Вот такая вот мартовская красота у нас. Вот такая сегодня погода. Там рыбаков и мать мощи. Вот такая картинка открывается с левого берега Цны на остров Эльдорадо, городской пляж в ожидании лета. Посмотрим, что здесь у нас в сторожке. Так подают голос. Чувствуется приближение весны, во всяком случае по синице. Вот такая зимняя панорамка открывается на мост Первомайский, на высокий левый берег и на речные дали зимнего такого. Хотя сегодня 20 марта, вроде бы весна. Триумфальная лестница. Thank you.
построена городскими меценатами. Такая панорамка открывается со смотровой площадки Триумфальной лестницы. Вообще зимой не менее интересно в этом месте, чем летом. Очень симпатичное место. Вот это надпись создателей.